Так. Всем привет, всем гостям канала, все, кто подписан, приветствую всех. Небольшой ремонт, блин, все ремонты, ни одного, это, много ремонтов, ни одного не снял. Вот, вчера снимал, сенаж грузили, у нас, и говорю, снег уже возили в Красное, с Красного ехали, там уже все деревья в этом. Нету мало ремонтов у нас на канале, не то, что мы не ломаемся, вон этот ВОМ, меняли ленту одну, спалили, Игорек, масло есть, сунулись, там масла 10 литров не хватает, спалили ленту, поменяли, не снимал. Обломало у нас вал, этот, ЦАПФу меняли, тоже не снимало. Ну так, много проблем, не то, что там все замечательно и все у нас этот. А сейчас вот такая вот у нас проблема. Ну, я думаю, по видео будет понятно, что произошло. То есть кунам сломало. Из-за чего? Из-за того, что здесь у нас задние болты. Один обломал, другой выкрутился. И его сломало. Можно там лонжерон показать. Лонжерон. Да это хрен с ним. Это показать лонжерон. Вот он стоил. Цена его у нас. Дорого я взял в Старице, в этом, в Твери, в Агроснабе. У нас где-то 400-4200 на Коминтерна можно взять. Скинули мы одну стойку, поменяли уже лонжерон вот этот. И сейчас Игорек говорит, сейчас один я поставлю. Но я пришел ему этот направляющий всунуть, чтобы этот... Вот, то есть начал болтаться, начал ломать вот эти раскосины. Сейчас на том покажу. У нас такой Игорек самую грязь стал. Говорит, мне удобнее, я сам черный и буду. Вот что происходит. Вот эту раскосину ломает, потому что его начинает шатать, и он эту стойку начинает. Та болтается здесь. Его стало и сломало. Вот такой ремонт. Так, эти колеса у нас третий сезон. Волтери, блин. Ну, еще нормально. Да, еще нормально. Главное, что они не потрескались в зиму этот. Самый рабочий трактор, не знаю, что как. Ну, вот за 3 года мы на нем где-то 700 моточасов. Но он у нас с куном не пашет, естественно, у него особо такой нагрузки нету. Так что, да, грузит, вывозит, привозит рулоны. Ну, вот такое вот коротенькое видео про ремонт. 82-й, ну, да, нужен, конечно, 82-й, но я сомневаюсь, что с ним будет меньше проблем, с этим передним мостом. А лучше он будет, ну, конечно, зимой получше будет. А так, в общем, не знаю. Может, лучше купить еще один кун. Да, искал эти груза. Нашел. Сейчас купили мы вот эти растяжки, подрастяжки. Ну, где они? Кстати, поменяем. То есть, получается, что у нас растяжки натянуты, а здесь выработка и болтается навеска. Вот сейчас мы их купили. И поменяем. Так, что еще? Ну, вроде бы все. Вот такое вот видео про. Так, накинул я один. О, молодец, на. Все так и надо, ёпт. Ну да, еще купишь, на. Нет. Так, сейчас эти надо выровнять его. Сюда наживить один. Эти это снежные люди. Ладно, ничего у нас пока не совпадает. Она больше не буду снимать, что тут все понятно. Лонжероном этот. Мучаемся. Тьфу, с лонжероном со стойкой. Сейчас затянем и в бой. Уже надо грузиться. Пальцы. Вот такие заводские, охренительные. Правда, у нас ни на одном нету масленок, да? Проблема, говорит Игорь, у нас с масленкой.
Но сегодня есть ли забыли взять? Да, да, есть. В основном-то не проблема. Да, проблема смазать, а так-то это не проблема. Нет, ту сторону ничего не пробил. Давай, ладно, все.